Нет, тянуть уже не. Они специально это все делают, я вам говорю. Они специально делают. Специально делают. Будет точно, как и в том году. Так пацаны ждали, ждали до последнего. Пацанкам все потом поехали. То туда, то туда, хоть уже куда-нибудь уже поступить. Ну так и будет, я вам говорю. Надо вам сейчас решать вопрос. Иначе. А по той записи, что мы записываем на сегодня, можем попасть? Можем попасть. Конечно, сейчас надо идти. Есть там запись, надо идти. Родители, я вам говорю, да пусть кому-нибудь. Пусть, блин, он передает мэру, что родители хотят встретиться с ним через два дня. Пусть передают. В маленьких городах вот мы ездили, Комсомольск, Александрия. Как там такие клубы? У них хватает, получается, денег и на пенсионеров, и на садики, и на спортивные клубы. Ивано-Франковск намного меньше. Город тоже. Турбаза команды такой-то. Турбаза одаренных детей города такого-то. Лагерь такой-то. Поля везде. Боже, село какое-то, и там поля, и лавочки, и освещение, и все, а здесь? Так там не комбинат, там еще отдельные люди. А у нас город-миллионник, час работы для того, чтобы помогли детям сделать раздевалки душевые, и полио вместо той резины искусственно. И мы уже ходим сколько и бьемся головой об стену. Посмотрите, сколько годов пропало. 96-й год рождения, выпустили в мальчишек. 6-й, 7-й, сейчас 8-й на очереди. В том году я команду выпустил. Где? Плохая команда была. Сейчас эти мальчишки на хорошем уровне. Опять сейчас их еще. Что дальше будем делать? Где эта первая команда, которая должна быть? С чего мы делать ее? Давайте почитайте. Шановный Юрій Дмитрович, разом з батьківським комітетом та вихованцями школи звертаються до вас з проханням врятувати футбольну школу Кривбаси 84 та надати можливість займатися улюбленою справою мільйонів спортивною підготовкою дітей, підлітків та молоді, підготовкою спортивного резерву до збірних команд міста, області та України. Дюшор з футболу «Кривбас-84» заснована в 84-му році, і за цей час було виховано не одне покоління талановитих футболістів. Вихованці нашої школи увійшли до складу збірних команд футбольних клубів міста, області та України. До тренерсько-викладацького складу входять фахівці з великим досвідом роботи. Для них футбол – це не робота, а сенс життя. Колектив нашої школи знає, як треба готувати майбутніх чемпіонів, має великий досвід у цій справі та хоче і може продовжувати славні традиції школи. На теперішній час наша школа опинилася у край скрутному становищі. Спортивна база практично відсутня, відсутні матеріально-технічне забезпечення, екіпіровка, медикаменти, спортивний інвентар, відсутня перспектива подальшого спортивного майбутнього наших вихованців, які віддають багато років на відточення спортивної майстерності в улюбленому виді спорту. Батьки наших вихованців стурбовані тим, що не знають, куди діватися їхнім дітям після закінчення нашої школи та де їм застосувати майстерність та досвід, набутий багаторічною наполегливою працею. На нашій зустрічі ще 1 грудня 2014 року з секретарем міськради та головою міськспорткомітету Коваленком було обговорено ряд цих та інших питань. Звучали обіцянки від чиновників, але з того часу жодного кроку в плані вирішення проблем так і не було зроблено. Скільки ще чекати, коли відповідальністю почнуть відноситись до багаторічних звернень? Коли вже настане час конкретних дій? Шановний Юрій Григоровичу, наші вихованці пишаються Кривбасом та люблять Кривбас. Чому у нашого міста намагаються забрати бренд нашого міста? Чому нічого не робиться для збереження бренду Кривбас? Чому наша школа ще не на бюджеті міста? Ми звертаємося до вас з проханням висловити реальне відношення влади до нашої школи з приводу подальшого існування та означити терміни вирішення викладених питань. Очень лояльно написано. У нас нет преддверии этого, может все-таки вызвать там то ли Коваленко, то ли кого. Да, 13 миллионов. В этом году заложено 13 миллионов на реконструкцию проспекта Карла Маркса.
Ну, честно говоря, мне очень нравится и так карма Маркса. По большому счету, в нынешнее время... Ну, там легче списать. Ну, да. Поверніть місту команду! Поверніть місту команду! Поверніть місту команду! Тільки гримаси, тільки победа! Будем штурмом брати. Такая ситуация, что я уже поднимаю этот вопрос уже второй год, когда с удивлением узнал, что наша школа, бренд нашего города, легендарная школа, вообще уже который год висит на волоске. Вот это всех просто уже достало. Реально достало. Особенно детей, которые еще, особенно родители. Которые реально понимают, что это такое, что у нас за город, с каким потенциалом и в каком положении у нас находится и спорт, и футбол, и детский особенно футбол. Понимаю, Григорий Павлович, я в первую очередь понимаю, Андрей Анатольевич, тоже, что вы, в принципе, ни при чем, даже можно так сказать. Но почему, люди пришли. Почему я ни при чем? Нет. Я один из тех, кто с воодушевлением воспринял в свое время известие в 1984 году о том, что, как и в других городах больших, а тогда школы, вот кто постарше помнит, были же не во всех городах, когда в Кривом Роге открылась эта школа. Я свидетель этого события. Вот смотрите. Вот смотрите. А сейчас вы будете свидетелем, как она умрет. Я просто... Да. Ну да, это так. Я просто хочу сказать, что тема не безразличная, чтобы здесь ни у кого не сложилось такое мнение, что там вот никому ни до чего. Вопрос сегодня, как в сегодняшних условиях решить эту задачу. Александр Николаевич, если можно, вы больше в теме, поэтому... Если недолго, потому что... Да, проездный долго. Я знаю, что оно будет говорить. В футбольной школе, таких школ у нас профсоюзных было 5 школ таких школ. Поэтому с января 2005 года прекратило финансирование соцстраха. То есть государство отказалось. Поэтому, чтобы школы не пропали, город пошел навстречу и спасает эту школу, так же все остальные школы. То есть заработная плата... В феврале месяце было заседание сессии, где было принято поправки к городскому бюджету. И было утверждено 1 800 000 гривен на все эти 5 школ, в том числе и футбольную школу Кривбас. 1 800 000, да. Футбольная школа Кривбас. Мы знаем, что это школа с традициями. Поэтому в 2012 году, когда прекратилось существование Кривбас в футбольной школе, для того, чтобы она участвовала в чемпионате Украины, в городском бюджете было 3 раза увеличено финансирование. Да ну, зачем? Нам сказали, что нет финансирования в высшей лиге, будете играть в первой лиге. Через колено переломали, через колено. Сейчас обойдем. В 2015 году то же самое, несмотря на эти финансовые, тяжелые условия, опять выделено 100 тысяч гривен на участие в первой лиге команде. Уже 47 тысяч, 46 тысяч уже потрачено городского бюджета. Можно ремарочку? Сколько в прошлом году было выделено и сколько освоено? Можно ремарочку? Можно я уточню? Мы о чем говорим? О футбольной команде или о школе? Сейчас. О футболе в целом городе. Это пирамида. Школа и футбольная команда. За школы туда идут дети? Играть в команду? Нет, то понятно. А команды? Вы в курсе, какая зарплата у тренера? 1400 гривен. Это нормально? Я не в курсе, конечно. Третий тренер 98-го года оставил выпускную команду, потому что нет зарплаты. Можно ли на такие деньги жить? Это третий. Можно ли на такие деньги жить? Это раз. Давайте мы дадим. Мы говорим, кто сейчас не получает. Вы мне скажите, как власть. И мы, как власть, мы должны людям сказать, кто с 1 января будет получать зарплату. Они сколько вы месяцев не получали, первые 2 месяца не получали? Да сколько же это мучиться можно людям? Сколько же у них копейки нельзя выйти? 400 гривен мы 4 месяца не получали. А кто ждал вам эти деньги? Соцстрах вернул. Вот сейчас. Да, только. Кстати, соцстрах. Да. Кто? А кто вернул? Киев вернул, да. Киев вернул. Уже не государство. Ой, уже не город. Мы должны обсудить. Что, какие перспективы с 1 января 2016 года? Я правильно понимаю? Совершенно верно. Да. Пожалуйста, если есть сегодня ответ, говорим. Если нет, берем тайм-аут и изучаем и потом вопрос говорим. Вопрос этот изучается. 2 месяца назад была поставлена задача администрации школы.
сделать проект устава. Первый раз они принесли этот проект устава коммунальной школы. Но там, извините меня, мы его вернули, потому что там даже не, я не юрист, и то я и вернул. Сейчас завуч опять принесла. Но есть еще постановка 65, которая запрещает создание новых коммунальных установок. Поэтому мы будем вопрос этот сейчас в стадии изучения. Мы знаем, что получили в министерство письмо, что с января 2016 года прекращается субвенция, что как таковой не будет за государство. Поэтому школа будет сохранена. По-любому мы этот вопрос сейчас изучаем. Но администрация пока школы в этом плане... Так, хорошо. Очень, у меня очень плохо. Ну это здорово. Это все слова. У нас дети не могут страдать. У нас до 1 января 2016 года есть время. У нас Александр, нет. У нас есть. А есть же бюджет. Здесь в зале много детей. Я бы вам постарше кое-что сказал. Но здесь детей много. Сейчас мы. Вон, ребенок. Они 10 лет отпахали. Александр Николаевич, сколько надо времени для того, чтобы мы могли встретиться в таком составе или, да. Или только с родителями? Да, или больше. Да, для того, чтобы мы могли сказать, что мы вот отработали, перспектива... Все зависит от администрации школы. Администрация школы. Я 11 лет отыграл в Кривбасе с самого его набора, с самого первого набора своего года. Страдала моя учеба из-за того, что я все отдавал тренировкам. И сейчас вот я выпустился с этой школы, куда мне идти? У меня все 11 лет я шел к тому, чтобы играть в первой команде. Куда мне сейчас идти? Вот они все так тихо, ставят. Тихо, ответ. Вопрос. Дайте учить. Ответ. Вот послушаем ответ. От кого? От вас! Кому ты отвечал? Продолжения нет. Вот тихо, ответ. Ответ. Отвечай. Ответ. Сегодня, как и вчера. Как и вчера, кстати, вы не улыбайтесь. Реалии жизни таковы, что место по трудоустройству мы должны завоевать. Трансферты знаете, что такое? Знаете. А никто вам место ни в какой команде гарантировать не может. Никто не может. Посмотрите на всю футбольную, я тоже интересуюсь футболом, посмотрите на все. Хорошо играть для того, чтобы вас приглашали. Куда? Клубы. Сегодня по всему миру, извините, товарищ Месси, чи як його? Месси. Играет где? В Испании. А сам Аргентинец. То есть пускай текает отсюда. А так во всем мире. Но вы же ответите. Тренируйтесь хорошо, да. Играйте. Тогда уже постепенно негде тренировать. Мы говорим за условия. Тихо. Перешли на команду. На условия тренировок теперь переходим. Так переходим. Это все вместе, понимаете? Это же одна все должно быть. Им должно не тренироваться, хотя играть. Бы команда была на первенство Украины, на область, во второй лес. Чтобы они, ему, у них было желание. Сейчас куда ему действительно? Все время Кривбас был на протяжении давайте столько лет. Посмотрите. Будет существовать. А теперь, раз. Теперь минута. Второе. Она должна работать, а она существует. В каком ракурсе она будет? Второе. Если как сейчас, то зачем она это нужна? Вы к директору своему зададите вопрос. В смысле директор? Значит, а зачем тут директор? Сейчас минуту, потому что он же главный. Все 16 школ города, 15 школ города, на учебно-спортивную работу. Второе. Обождите. У нас школа, Кривбаск умеет поле. Все школы имеют, мы не имеем ни одного поля. Одну секунду. Единственный город в Украине. Вы мой пример подаете. Ну не слышно. Для подчиненных. Вот смотрите, это понятно. Значит, я помогаю вашему директору с юристами оформить статут, тот документ, который все равно необходим, куда бы вы ни пришли, кому вы бы ни пришли, по любому вопросу. Как предприятие, при регистрации, куда угодно. Вам сразу говорят, положите статут на стол. Любой организации. Поэтому статут, как оно будет развиваться, мы готовы. Так сколько это времени? Сколько это времени? Да. Наверное, подождите. Задайте. Ну не ко мне же вопрос.